очень люблю свой город. И поэтому все, что мы делаем, краснодонцы, все это во благо нашего родного города. Я писатель, я учитель. Что я могу делать? Я могу писать произведения о моем родном городе, заниматься литературной деятельностью по сохранению памяти о писателях, которые в разные времена жили в Краснодоне. Я могу заниматься сохранением истории нашего города, популяризацией подвига молодой гвардии, чем, собственно, я и занимаюсь всегда. Но я считаю, что это очень важно для любого человека чувствовать, что ты часть своего родного города. И когда город оценивает тебя по заслугам, это чувство ничем не передаваемое. Это настолько торжественно и настолько радостно. У меня достаточно много наград было, связанных с литературной деятельностью. А сегодня я получила медаль за заслуги перед Краснодонщиной. Для меня это очень важно. И я хочу поздравить всех жителей города Краснодона с нашим праздником. Очень хочется мира, добра, покоя, в хорошем смысле этого слова. Мы надеемся, что все у нас будет хорошо. С праздником!